22-летняя Кайли Дженнер похвасталась новым соблазнительным образом в преддверии продажи контрольного пакета акций своего бренда. Звезда по-прежнему останется лицом Kylie Cosmetics. Участница реалити-шоу побаловала фанатов новой рекламной кампанией своего косметического бренда. По мнению звезды, зима – самое подходящее время для яркого макияжа. В честь наступления холодного сезона Дженнер представила новую помаду красного цвета. На снимках Кайли предстала в образе яркой красотки с дерзким макияжем. Модель надела алое обтягивающее платье из латекса с бантом на боку. Наряд с голыми плечами смотрелся очень эффектно. Завершили образ длинные перчатки в тон. «Я такая капризная в этом году», — подразнила Дженнер мужчин кокетливой подписью к снимку. Модель похвасталась не только выпуском новой помады, но и очередными успехами в бизнесе. Так, звезда заключила выгодную сделку с одной из крупнейших мировых компаний по производству косметики – Coty. Ей принадлежит свыше 80 брендов, в числе которых Max Factor и Vela. По условиям договора, Coty покупает половину компании Kylie, оценив ее в 600 миллионов долларов. Таким образом, состояние самой молодой миллиардерши в мире пополнится суммой с 8 нулями. Окончательно сделка закроется в начале 2020 года, но первый этап подписания предварительных документов уже состоялся. Кайли примерила образ соблазнительного подарка в мини-платье. Звезда подразнила фолловером откровенными снимками в манекене, сделанными во время отдыха на берегу океана. Недавно модель вместе с друзьями провела вечер в ночном клубе. Наряд звезды оказался настолько мал, что едва не обнажил ее пышную грудь.